Лёшкой едем на шоу. Сегодня будет шоу. Бородина против Бузовой. Пока еще не знаем, на какую тему, хотя догадки, конечно, определенные есть. Мам, привет! А еще информация на злобу вам. Лёха подарил часы. Часики. Часики, видите, какие хорошенькие? Оп! Часики. И мы не верим в эти глупые приметы. Друг другу дарим постоянно часы. Все нормально. Ой, привет. Мама, привет. Рома, привет. Так, что вам рассказать? Значит, Лёха вот едет за рулем. Лёх. Привет, говорит. Привет. У нас появилась гениальная идея, кстати. Мы с Лёхой хотим начать снимать видосы. Такие, как правильно Короче, мы хотим снимать прикольные видосы. Как вы думаете, как вам идея такая? Интересно ли вам будет смотреть на такой контент в наших сетях? О, давно пора, видишь, пишут. Давно пора. Так, ну тогда надо начинать. Приступать надо к делу. Когда в следующий раз сдаешь на права? Я не знаю, во вторник, по-моему. На вторник я записалась. Марка машин Nissan Juke. Слушайте, с правами это вообще трэш, на самом деле. Я уже задолбалась ездить туда и постоянно сдавать, пересдавать там и так далее, потому что как-то я начинаю нервничать, теряюсь там вот именно в ГАИ. Езжу с инструктором, все прекрасно. Сажусь там за руль и все, хана просто. Руль у нас слева. Это же зеркальная. Ванёк, привет. Я просто за рулем, на шоу едем. Смотрите, какой маникюр сделала. Розовенький. Красивый. Вань, привет, к шоу? А? Ваня, к шоу? Нет, спрашивай, привет. А как вам, кстати, Лёха начал снимать водительница Маюша ролики? Как вам эти ролики? Кстати, на самом деле очень прикольно. Вы можете зайти к нему на страничку, посмотреть. Ну, прикольные реально ролики, веселые. Почему ты сейчас за рулем? Так, а теперь внимание. Где мой руль? Где он? Вот руль. Вот он, вот. Вы же понимаете, что когда я снимаю себя, это зеркальное отражение. То есть, когда делаю вот так, нет, вариант, отражение получается зеркальное. Можно только с участниками. Что, реклама? Так, мне очень нравится твое видео, особенно Леша, мой, что водитель. Короче, мою же водитель, видимо, да. Поняла. Так, моя сестра так и не сдала в Москве, поехала в другой город и сдала. Знаете, в чем проблема? У меня московская прописка, поэтому мне сдавать только в Москве. У меня нет других вариантов вообще. Это если я где-то пропишусь в области, я в области буду сдавать. Мне тогда придется заново сдавать теорию. А я теорию сдала уже. Только площадка осталась. Да, я видела, что Милена сказала, даже не обращаю внимания, потому что это клевета в мою сторону, и я даже не хочу на это никак реагировать. Не пофигу, что она несет. Просто зависть. Так, в отпуск собираетесь? Леш, мы собираемся в отпуск? Да? Ну когда-то, говорит, поедем же. Ну когда-то поедем, не знаю, пока не собираемся.
Первый ролик про твое вождение посмотрела 100 раз. Очень смешно и прикольно. Лёх. Ну все. Добро. Знаете, вот вы пишете, проще купить права, чем нервы тратить на экзаменах. А для меня важно сдать на права, потому что мне же ездить потом. И так, я думаю, все будут разбегаться с дорог, когда я буду на них выходить. Но лучше научиться. Как правильно пишется мое имя? Мое А и краткое Я. Так, машина на тебя оформлена? Да, машина оформлена на меня, но эта машина наша, совместная. Я бы без Лёши ее точно не купила, потому что я вообще не разбираюсь, что надо, что не надо. Я вижу машину, говорю, все хочу, и все моя. Ну и как бы, вот, поэтому мне нужен был здравомыслящий человек, который мне скажет, это надо, это не надо. Автомат или механика? Это вариатор, а сдаю я права на механику. Вариатор это автомат? Вариатор это автомат? Это автомат. Я даже не знаю, что это такое. Вот это вот так как-то выглядит. Ну вот. Лёша говорит, что это автомат. Вот так. Кого волосы наращиваешь? Зайдите ко мне в пост не так давно, вот буквально вчера, что ли, или позавчера выложила пост с тем, у кого я наращиваю волосы. Никого не слушай, люди завидуют. И я знаю. Знаете, очень приятно ощущать себя человеком, которому завидуют все. У тебя все получится, может, супер, скоро будешь Лешу возить сама. Знаете, мне очень комфортно ездить, на самом деле, когда Леша водит. Потому что сегодня я решила... Короче, знаете, какая ситуация? Леша еще был в доме, я выхожу, думаю, дай-ка я сама отпаркуюсь. Я потыркалась немножечко, конечно, но я выехала нормально. Ежегодной национальной премии в области медиабизнеса. Куда поехали? Куда едете? Едем на шоу. Сейчас вот стоим в пробке. Значимых высот, так внести вот свое имя в историю российской медиаотрасли. А так едем на шоу. Скоро чей-то разборчик. Не знаю, чей. Медиабизнес. Прием заявок до 31 мая 2019 года. Заполни анкету на Алексею сколько лет? Алексей? 40. Ему 40. Вопрос снят. 40-41. Да, Ленка вернется 40, в проект 41. Скоро. Сейчас из Владика вернется и сразу на проект вернется. Ребятки, вы хорошая пара. Молодцы. Спасибо большое. Милена жесткая тебе и грязная. Ну, кто как умеет. У кого что внутри. Классная пара, спасибо большое. А мне не отвечаю, что просто классно и все. Спасибо большое. Что я бы? Я бы... Что я бы? Я бы нашел? Не знаю. Плохо, что ты не все комментарии читаешь. Я не все комментарии успеваю прочитать, потому что они мелькают, пока я на что-то отвечаю, а они уходят. Я же сама зазевала. Город, ой, блин. А город тоже на коробке сдавать будешь? Я город буду сдавать на машине, на механической коробке, да. Я сдала с 11 раза? Офигеть! Слушайте, я уже из-за второго там такие... Это, у меня такая истерика была, я так плакала, лежала, я так расстроилась, если честно. А оказывается, с 11 сдают. Я думала, ну что ж, я совсем что ли ни в чем, что я не могу сдать со второго раза. А оказывается, не все так плохо. Что такое? Прочитал. МВД. Красивое здание очень. Май, никогда мне не отвечаешь, передай мне привет. Анна Пеш 88, передаю тебе привет. Я сдала с первого раза. Ты молодец. Я тебя поздравляю. Боюсь, как найти Лешу у тебя в друзьях, чтобы глянуть ролики? Алексей, нижнее, подчеркни меня, Купин. Все просто.
остались слиты. Насколько я знаю, Ебаров действительно расстался с Ритой. А насчет Алены, я знаю, что они достаточно тепло, хорошо общаются. Я буду рада, если они сойдутся. Потому что я считаю, что единственная женщина, которую Ебаров по-настоящему искренне любил, я видела его во многих отношениях, я считаю, что это была Алена. Не, я на премию не Мостова иду, я на премию Рутова иду. Вот я, Лёшка и Маринка, мы втроем поедем. В субботу в эту. Носила когда-нибудь брекет? Нет, но я планирую. Я вот думаю, что мне ставить, лайнеры или брекет. Если честно, до сих пор не решила, но я вот прям в раздумьях. Купидоны, здравствуйте. Здравствуйте. Желаю вам успешной победы в свадьбе на миллион. Спасибо большое. У нас нет ни выходные, мы едем на шоу. Как можно, как не зевать? Где Марина? Марина едет по своей машине на шоу. Слушайте, у нас все уже это самостоятельно. Когда детей планируете? Скоро. Свадьба? Скоро. Все скоро, ребят. Немножечко терпения, ожидания. И все, все будет. Все узнаете. Знаешь английский, можешь свободно разговаривать? Свободно разговаривать не могу, но если попаду в какую-нибудь ситуацию, где мне необходим будет английский, я все вспомню. Вот должно быть очень красивый дед. Да, мне тоже так кажется, смотрите, какой красавчик. Красавчик. Правда, что там дом по сценарию? Нет, не правда. Когда у тебя получится? 14 лет задают, 15 лет задают вопрос. 15 лет на него все участники отвечают, что это вранье. А только те, кто боятся ответить за свои поступки на Доме 2, говорят, что там сценарий. У Леши давно права, 8 лет. На какой день у тебя получится? Да, 8 лет. На понедельник. Не знаю, сколько у него лет права, кстати. Хочу, чтобы вы с Лешей выиграли свадьбу на миллион. Спасибо. Мы тоже хотим. Ой. Что-то у Шабарина тренажеры ходят? Нет, вроде не ходят. Что, Леша без настроения? Он просто сосредоточен на дороге. Здрасте. Права получишь. Блин, не знаю, ребят. Сама, блин, жду этого дня уже и надеюсь, что все сложится скоро. Маргоша говорит, что вы с Лешей не будете вместе. Марго говорила, что они с Ильей за периметром будут вместе, но что-то не сложились ее слова в правду, поэтому не склонна верить человеку, который даже не знает практически ничего в моих отношениях. Правда, что Маша Кахно вернется на проект? А вы бы хотели, чтобы Маша Кахно вернулась на проект? Ибаров сам признавался, что вам с утра приносит сценарий, кому верит. Слушайте, Ибаров над вами нормально угорает, кстати, я уже поняла это. Он вам что-то говорит, вы ему верите? Ну ладно. Леша свою машину продал не так давно. Слушайте, ну если Рита говорит, что за проектом мы расстанемся, это мнение Риты. Она говорила, что у них будет свадьба 19 сентября, понимаете? А они с Ебаровым сразу расстались. Поэтому, видимо, человек не очень хорошо разбирается в жизни и в людях. Если она думала, что у нее с Ильей будет свадьба и говорит, что мы расстанемся, значит, человек, ну, как бы, не может разобраться в ситуации адекватно. Приезжайте в Астрахань отдыхать. Ради арбузиков я готова на все.
а можно за вас голосовать «Свадьба на миллион»? Мы пока никто не знаем, как будет проходить финальное голосование, так что, ребят. Привет, как я могу быть сама за рулем? Лёшка за рулем, он паркуется. Ты сдала на права? Нет. Спасибо, что поздоровались. А ну, мы обесли там под красным. Ой. Нормально, сзади хватает места. Мы выехали. Мне тоже нравится, когда нас называют купидончики. Может, нам поменять обоим фамилию на Купидонов и Купидонова? Прикольно, кстати, да? Нет? Я говорю, я бы поменяла на Купидонов и Купидонова. Прикольно. И Купин, и Донцова в одной фамилии. Если бы голосовали зрители, вы бы выиграли. Слушайте, приятно слышать такие слова. Ой, вот. Где будет новая площадка Дом 2? Новой площадки Дом 2 не будет, она будет там же, просто немножко куда-то лес. Так, все, ребятки, мы приехали на шоу. Все, давайте, всем пока-пока. Обратно будем ехать, может, тоже выйду в прямой эфир часика через 4-5.